нет времени и все против тебя, если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Автор 24. Помогаем учиться. Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Чем займемся? Хрен знает, я на почту отвечаю. Может, людей спасем? Детская. Да брось, чувак. Задрал на детский флэш. Чего начал? Сейчас же вообще пятница. Такая сука. Может, займемся еще, чем занимается в пятницу? Знаешь, как сука флэш. Чувак. Не бегай тут по утрам. Че, как я Супермен? Вы меня, наверное, сами узнали. Я живу в одном доме с тремя другими супергероями, Бэтменом, Чудо-женщиной и Флэшем. Чудо-женщина, приготовишь просто что-нибудь поесть? Нет. Почему? А че, я должна готовить только потому, что я единственная девушка среди вас? Нет, мы нет. Вообще такого не говорили. Ну, спасибо. И я уверен, что это именно с этим и связано. Прекрати, это вообще ни хрена не так. Я уверен, что ты очень вкусно готовишь. С чего ты уверен? Это комплимент. Сексистский, бро. Слушай, я не твоя мама. Если ты хочешь что-то себе приготовить, так приготовь. Думаешь, готовить не умею? Нет. Ага. Ну и... Думаешь, не умею готовить? Так, это интересно. Тост! Нормально ты ешь. Я чудо-женщина и... я живу с тремя идиотами. Может, ТЦ сгоняем? Давай. Да? Мне кажется, на рубашке нужно. Окей, погнали, ТЦ. Я полечу, чудо-женщина, ты тоже? Хорошо. Флэш, ты побежишь, Бэтмен, ты на такси. Нет, хорошо, слушай. Пока. Эй. Нет, Супермен. Боже, он не дал мне улететь. Нет, вернись. Ни хрена, вы всегда летаете, он всегда бежит, а я всегда еду на тачке. И чё? Да ни хрена, несправедливо. Вались ему на спину. Я не собираюсь залезать ему на спину. Ну давай скорее, братан. Я вообще как сука мелкая. Давай я побегу, а ты мне на спину залезешь, а я не полезу на твою, блядь, спину. Я не стебусь, это просто смешно. Это не смешно. Или мы все поедем в одной машине, или я не еду. Мы там сейчас в пробке встанем. Да, но может мы нормально доедем. Я ценю, ребят. И в каждом из супергероев выпирает его ебаное эго. Здесь можно ругаться? Че люди так на нас смотрят? Понять не имею. Не знаю. Че сказать, пацаны? На. Че, нет? Ты Супермен, братан, нахрен тебе за очками прятаться? Мы обычные люди. Мы делаем обычные штуки. Просто у нас есть суперсилы. Но мы также делаем все обычные вещи, которые делают обычные люди. У них нет ничего на мой рост. Надо увлажняющий крем под костюм наносить. Но мне не надо. Там наверху что-то с ребенком случилось. Может, сходите проверить, раз вы супергерой? Он в беде? Мы приходим в ТЦ, и все пристают, просят помощи. Мы что-то за покупками. Суки тупые. Я Супермен, так? И я лучше. Назовите хоть одного супергероя, который лучше, чем Супермен. Я тебя не слышу, потому что его нет. Братан, тебе надо перестать есть всякую херню. Тебя могли отравить крендельком. Да ты хоть пробовал те крендельки. Я не ем такое дерьмо. О, криптонит, осторожно! Да, очень смешно. Как тебе такое? Эй, затяните, эй, я медленный. Отвали, ты не смешной, Флэш. Они целый день ходят и тупо шутят, а я не могу показать одну шутку? Какого хера? Я попробую? Нет, я один раз кушу. Прекратите, ребят. Не люблю, когда мне едят. Че за... Вообще не задумывайся о том, как она с кинцо снимает. Там мы типа покруче выглядим. Ну, знаешь, чего я больше всего ржу? Чего? У нас у всех крутые студийные фильмы, мы сериал для интернета сняли. Включаешь между дневниками вампира и холмовного дерева. Че ты такая, сука, у тебя даже суперсил нет. Вы, ребята, инопланетяне, а я настоящий человек. Горжусь, что тут родился. Поэтому у меня больше фанов, чем у вас, ребят. У тебя нет фанатов, братан. Я Супермен, братан. Я вечный. Я вечный. Давайте решим, что вечером делаем. Я хотел предложить... Я хочу пойти. И напиться. Давайте спокойно вечер проведем. Я не хочу спокойно, я хочу напиться. Я же говорила, я больше не пью. Почему он сегодня такая сука? Сначала людей предлагаю спасать, теперь говорит, давайте спокойно проведем вечер. Как? Фильм посмотрим. Глянем Бэтмен против Супермена? Я использую сегодняшний вечер, чтобы доказать, что я не маленькая сучка. Они докапываются до меня постоянно без причины. Да, я считаю, что нам сегодня вечером надо вот так вот отдохнуть, чтобы нормально снять стресс. Хочу пойти, хорошо провести время, забыть обо всем. Да меня в любой момент можно вытащить. Какой сюрприз. Пришли в клуб, и Флэш снова нажрался в говно. Ты, может, встанешь? Ну, серьезно. Давай, брат. Давай, чувак. Давай. Почему ты все еще держишь? Отпусти меня, я могу сам идти. Когда люди представляют супергероев, они представляют, как в кино. Типа все эти яркие шмотки, суперсилы. Хочу ли иногда всех их переубивать? Да. На самом деле, у нас много чего происходит. Очень много раз проблем. Но мы в любом случае семья, братан. Все семья. Но день это дня. Они мои лучшие друзья. Я люблю их.
Всех, кроме Флэша. Да боже мой. Я Флэш. Я маленькая сучка. Перевел и озвучил виски. Ага.